Мне кажется, для всех это не просто так, пойду-ка я попою-ка. Нет, для нас это некий этап. Ну, случайностей не бывает. Значит, это знак. Привет, Анечка. Здравствуйте. Рада тебя видеть. Спасибо. Как настроение? Ну, волнительно немножко. Волнительно? А чего ты боишься? Чего переживаешь? Не знаю, сегодня немножко другая совсем обстановка. Там сидит всего два человека. Я понимаю, что они будут пристально за мной наблюдать. То есть ничего от них не скроешь. А смотри, ну когда идешь на свидание, главное чего? Хорошо выглядишь, конечно. Выглядишь ты прекрасно. Спасибо. Значит, просто нужно постараться вот расслабиться, да. И чтобы им понравилось. Ну что, как твои справы? Хорошо. Хорошо. Да. Хвилюешься, волнуешься? Конечно, волнуюсь всегда. Волнуюсь. Какая песня? У меня песня Beyoncé «If I Were a Boy». Okay. Что ты думаешь про Beyoncé? Важка пісня, до речі. Я з великою увагою чекаю на ваше виконання. Спасибо. Дякую, дякую вам. Дуже гарна інтерпретація. Все почули, будемо думати, я не знаю. Спасибо. Що скаже Томас, ми ще передивимось, добре? Спасибо. Я була дуже рада піти для вас. Спасибо. Спасибо. Побачимо. Що? Ой-ой-ой. Вона намагалася заспівати бездоганно, максимально чисто. Я чувствовала, що ти от просто розслабилась. Да. І вообще вот так вот у тебя все покатилось, понятно. Класно? Ой, класно. Умница. Такие ощущения потрясающие. Спасибо, что я здесь. Класс, спасибо вам большое. Умничка, будем ждать. Я буду так надеяться увидеть вас снова. Спасибо. И я тебя. До завтра.